Внимание! Все денежные вклады вы делаете сами на свой страх и риск. Здорово! Это Mining Blocks. В общем, эпопея с Recycle токенами продолжается. Я тут чутка набрыговал. И если Майк CEO, ты меня смотришь, что я тебя просто ненавижу. Короче, ладно. Перейдем к хорошим новостям. Хорошие новости будут о том, что у меня накопилось много триллионов майнеров. Вот таких вот. Видите их циферки. Давайте я сейчас увеличу. В общем, вот таких вот майнеров, которые занимают 2 места, 40 ватт и почти 1,5 ГХС прироста к этому, к вашей моще дают. Ну, это нулячие, естественно. В общем, суть ролика такова. Так как я их буду парить до второго пришествия, я решил 500 000 000 этих майнеров просто отдавать за комменты под видео, под видео, ну под этим видео, допустим, пишите свой игровой ник из Mining Blocks, потому что здесь есть вот такая вот функция, как подарить. И я ваш ник вписываю сюда, ну там, естественно, двухфакторная аутентификация, дурноватая это, которую я ненавижу, вписываю эти вот циферки свои и, в общем, присылаю вам в подарок майнер. Только главное, пишите какой-то развернутый комментарий, там, чтобы было хотя бы слов 7 и в конце или в начале ваш игровой ник. Можете просто там писать, там, вау, какой крутой проект, или вообще посрать на проект, проект кал, и мой игровой ник такой-то, все, пишите. Только главное, чтобы без матюков, потому что если будут матюки, YouTube сам это все удаляет, в общем, там страшные роботы, они модерируют. Все. В общем, любой матюк, любое нецензурное какое-то слово. Так что, да. Я надеюсь, вы все поняли. И если ваш комментарий пропадает под видео, то я думаю, это из-за того, что вы на том аккаунте много матерились, много спамили и так далее и тому подобное. А если не пропадает, значит все у вас окей. Но если пропадает, можете зайти с другого аккаунта и это вот попробовать написать. С аккаунта своего ребенка, допустим, он еще, наверное, матюков не знает, кроме как мультики он на ютубе не смотрит, и поэтому с его аккаунта может проканать. Но это бывает не у всех, где-то у процентов 25 юзеров на ютубе, даже мои иногда комменты пропадают под чужими роликами, я понимаю, что это не злой автор их удаляет, потому что нафиг оно ему надо. Это наоборот как бы дает роликам любая критика, дизлайки, лайки, комментарии любые, роликам дает продвижение, типа робот смотрит, что типа, о, люди возбудились, значит, нужно его показывать еще большему количеству народа. В общем, как-то так. Так что не думайте, что авторам выгодно удалять любые комментарии. В общем, надеюсь, я развил вашу эту такую вот фигню. Так что давайте, дерзайте. Майнеров хватит пока что на всех. Тем более, что у меня канал этот новый. Так что давайте, дерзайте, пишите там, что хотите. Я же говорю, любые комментарии, кроме там нецензурщины какой-то. И главное, чтобы ваш игровой ник с этого проекта, с Mining Block'а был там. Потому что реально, я уже столько этих майнеров выставил по 33 цента, и их тупо почти никто не берет. И я понял, что это, я же говорю, это второе пришествие будет. И никто их не будет сильно покупать, потому что я засрал ими рынок. Да, и поэтому лучше просто отдать, чтобы они не пылились. Может, авось кому-то, ну, в принципе, пригодятся, чего не пригодятся. Я, наверное, думаю, что в этом проекте единицы людей, у которых место забито до упора, как у меня. У некоторых людей там они радуются 100 ГХС этим долбанным. Так что, думаю, что мы поняли друг друга.